Ну что, мы уже почти на месте? Целую вечность идем. Слушай, это не мой подвиг. В следующий раз проси у Девы озера подвиг покороче. Это пианино? Гости старика. Прошел ты много миль, видал шторм и штиль. Прости, пирата вдоль горька, но в этот славный день подраться нам не лень. И мы тебя раздавим, как жука. Класс. Пираты и танцующий пенек. Ну тихо, тихо, угомонитесь. Три. О, вот эта штука-то приятненькая такая. Сейчас мы вот так вот нафунькали на них. Наверное, мне в конце нужно вот того одноногого на пианино победить. Я так думаю. Что дрожат коленки, страшно ожуть. Лишь с одной удачей я, джентльмен, я сотни наглецов послал в последний путь. Из чего бы из игры вышел Питер Пен? А ну-ка думай! Это для меня отпустили пушки? Нет, они в меня стреляют. Давай, разбеем щит этот. Вот так вот. Что у меня со здоровьем-то? Не важно, да? Странно. Отойти пока. Пусть остановится. В моих глазах восторг, в твоих глазах испуг. Ты близок к вечному покою. Ха-ха, не под чем. Ты будешь слышать. Какие смешные пираты. Моих лапков одной рукой. Ну, отличненько. Тут у меня две пушки, и там еще три. Тихо-тихо. Так, начнем-ка мы вот отсюда. Есть. Этого пока не буду трогать, пусть поиграет. Так веселее. Вот эта пушка все сломана. По-моему, сам игрок только остался. Да, мой план сработал не совсем так, как я предполагал. А это был план? Незачем ты от меня в это носом. Я больше времени потратил на песню, чем на план. Как будто кто-то в этом сомневался. Быстро говори, где Фиона! Она в королевской тюрьме, под охраной ведьм, рыцарей и хуже того, циклопов. Хорошо, что ты не сказал пиратов, а я уж боялся, что ты это скажешь. Эти пираты до того страшные. Ужас. Опять ты издеваешься. Пошли, Арти, нам пора. С картинка тут. Продолжаем. Итак, в безопасности на борту корабля наши искатели приключений отправляются в обратный путь, чтобы Артур смог соединиться со своими преданными подданными. Ты отлично справишься, бояться следует только отравителей. Что? Голода. Ась? И революционеров. Ладно, я понял, я не хочу быть королем. Очень жаль, все равно будешь. Но судьба припасла для них новые испытания.
Да уж, это просто здорово! И выбросила их на пустынный берег. Ау! Тут кто-нибудь есть? Арти! Осел! Эй, старик! Да, ты! Не видел тут говорящего осла или нытика-подростка? О, ужас! Аугр, не двигайся! Я тебе ничего не сделаю. Я ищу своих друзей. У огров бывают друзья? Хотят того огры или нет. Ты их не видел? Шрек. Арти, где остальные? Мерлин? Волшебник? К вашим услугам! А теперь позвольте мне с помощью магии перенести вас в мое скромное жилище. Готовы? О, ну это просто потрясающе. Ну что ж, они вдвоем улетели. Там, судя по всему, опять пушка, да. Ой, подождите, разберусь с пушками. Вы тут налетели вот уже. Разве мы еще не всех пиратов перебили, а? Что они здесь делают? О, кидается. Чем только непонятно. Так, вот эти вот ящички пока не надо разбивать. Сначала берем кружку. Эй, борзота! Шевыряются там. А если доберусь? Не здесь, видимо, надо забегать наверх. Да, вот так. Есть к ним подход. Ну все, кто тут кидался? Прямо в упор. Шрек выдержал выстрел пушки. Заныкали здесь сундучок, глянем. Там денежки. Монетки. Так, снова монетки. По-моему, отличное место, чтобы построить форт. Кто-то тут бухтит. Точно. Ой, мамочка. Огр. Так. Здесь, наверное, нужно повалить дерево, или я ошибаюсь? Да. Так. Мостик. Вот и дед, и осел. Снова ты! Тебе я за это спасибо не скажу. Маленькая ошибочка в заклинании, вот и все. А почему бы тебе не воспользоваться своей магией, чтобы перенести нас в 39-е королевство? Никаких проблем. Только мне нужны волшебные подковы. По одной для каждого из вас. Разве мы похожи на лошадей? О, я похож, я похож! Нет, 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 нет. Волшебные подковы нужны для заклинания перемещения на огромные расстояния. Это очень сложно. Я могу объяснить. Ой, не надо, пожалуйста. Отлично. Я их найду. Так, дедушка снова слинял. Поэтому пойдем искать подковы. Пока что попадаются только какие-то палки.
пираты все как один с какими-то метлами или веслами. Непонятно. Ну вот, больше всего меня здесь, в этой игре, раздражали ведьмы. А вон и подкова. Какие-то они такие неприятные дамочки. Одна подкова есть. Ага. Кружечка. Ну, конечно, теперь лавина остановится. Еще одна подковка. Тебе ни почем не сдвинуть этот камень, жалкий зеленый слабак. Да он обзывается. Ничего себе. Ну что такое? Моя мамочка и та толкнула бы сильнее, чем ты. А у нее всего одна нога. Тебе не удалось справиться с этим камнем. Ты никогда не одолеешь ужасных бессердечных тварей, которые ждут тебя впереди! Это бобры, что ли? Бессердечные твари. А чё надо-то, просто перепрыгнуть? В этом фишка-то. Так, это что, можем разбить? Ой, что там в бабушке? Привет! Сейчас сломаем. Некрасиво нападать со спины. Клятый пират. Так, вот там я вижу еще одну подковку, и она, по-моему, последняя. Так, с подковами все. Да. Теперь нужно найти дом выжившего из ума волшебника. Это будет посложнее. Фак. О да, ты хорошо кушал шпинат. Что с этим чучелом делать? Ты же у нас большой мальчик. Мальчики, я его обойти не могу. Чёрт. Вон и кружечка последняя. Я в блоке. За танцы. Паренек, да ты танцор диско. Все. Нокаутировали такого здоровяка, можем идти со спокойной совестью. Вот берлога шамана. Ты вернулся? Зачем ты вернулся? Ты же сказал принести подковы. Я сказал? А зачем? Чтобы отправить нас домой. Я сказал, что сделаю это. Плохая у него память. Надо стихи учить. Ох, сколько золотишка-то. Наши герои повстречались с Мерлином, величайшим из волшебников, и постарались уговорить его помочь им добраться до дома. Может, подбросите? Нет, нет, нет. Пожалуйста. К
Глубоко тронутый Мерлин согласился и выбрал подходящее магическое заклинание. Воспользовавшись своей легендарной силой, Мерлин направил их по нужному пути. Не та палочка, извиняюсь. Надо же, похоже на правду. Этот старый болван действительно отправил нас домой. Ничего себе! Обалдеть, Шрек! Я бы на это ни гроша не поставил. А я и сейчас не поставлю, друг мой. Смотрите! Вот большое тебе огровское спасибо, дорогой мистер Чародей. Я так рад, что ты забросил нас в полный зла дремучий лес. Ну вот, у меня мурашки по коже, Шрек. Ты же знаешь, я терпеть не могу дремучий лес, и я лучше спрячусь. Похоже, я здесь встречусь с ведьмами, которых терпеть не могу. Это мы не разрушим никак. Ну что ж, пойдем дальше. Ой, ты-то откуда взял? И еще один? Ну. Нужно собирать яблочки. Не нравится мне вид этого замка, босс. У меня от него усы дергаются. Что-то рада в нем слышать есть злое. Это, мистер в сапогах. Я сама его оформляла. Вы назвали меня мистер в сапогах? Да. Мадам, приготовьтесь вступить в мир боли. Кот, ты что, собираешься сразиться с этой злобной леди? Она первая начала. Котеночек рассердился. Бабац, отрезала путь. Хорошо. Взять их. Подождите. А киска-то такой злостный у нас. Приготовься испытать боль. Тут еще котяра. Куда это надо швырять? Может, вот в эту статую? Нет. Бери. Ну что ты? Ой, нет, не то. Не знаю, правильно ли я мыслю кидать в статую. Похоже, нет. Может, ее так просто надубасить? А, вот. Она и так сломается. А вот в эту уж точно надо бочками кидать. Подвинь типа камень и залезь. Как я понимаю. Сейчас тут дамочку уберем. А может, они будут здесь бесконечно появляться? Вот и она сама. Пока она там жахает. Дернем рычажок. Лифт для кота, судя по всему. Так. Что тут у нас? Мне нужно выйти из их окружения. И опять. Аккуратненько. С ведьмами мы уже знакомы.
опять рыцари и ведьмы. Ничего нового. Быстренько сейчас нам утузим. Дверки-то закрылись. Ну вот, котик, пришел твой последний час. Не жалко им обижать такого милого пушистого котика. Ми-ми-ми. Так, активировалась лестница, и появились новые товарищи, желающие победить кота в сапогах. Ага, лестница опускается. То есть действовать надо быстро. Сейчас тут все рассмотрим. Это что? Это яблочко. Понятно, я, значит, не взяла одно. Было там в начале. Я почему-то не стала этот котелок разбивать. Видимо, зря. Ну что ж. Я не вижу особой пользы от того, что насобирал какие-то призы или там деньги. Ой, да ну вас нафиг, у меня сейчас лестница опустится. Вот. Вероятно, это тоже может опуститься потом, так что лучше пойдем. Куда-то телепортировались. Главное не шлёпнуться. Ах, эти милые глазки! Отвратительно! Что ж ты так скачешь-то? Так, а там? А там просто деньги, я не пойду по тому пути. Если сюда пойду, здесь кружка. Тоже не особо-то нужна она мне. Головоломочка небольшая. Ага, нужно внизу нажать, видимо, кнопки, чтобы добраться до верхнего рычага. Сначала тут этим вот уберем. Мешаются. Ну, запрыгивай. Я вот зря сделала, конечно, так, что начала поднимать сначала передние. Вот. Сейчас вот так поднимем повыше. А
мне, наверное, не стоит уже деда поднимать. Зачем? Надеюсь, где-нибудь поблизости есть пожарный, чтобы снять меня отсюда. Честно предупреждаю, я собачница. О, я не могу поверить. Ворота почти опустились, кот. Ищи последний переключатель. Все замечательно. Идем в эту сторону. Вправо я уже ходила, вот сейчас я сюда налево. Что здесь у нас? Ведьмочки. О, однажды я съела точно такого же котеночка. Ну, что у нее какие? Деликатесы. Яблочко. Пятое. А здесь не было ничего. Это не знаю, что такое. Лестница. Побежали быстренько. На них не буду обращать внимания. Эй! Стой! Чуть не попала ведь меня паразитка. По одному. Вижу все за компанию. Так, аккуратненько. Последний рычаг наверху. Панели двигаются. Но это не очень хорошая новость. Так подожди ты. Спокойное хозяйство. Статуи, похоже, не разбиваются, нет. Ладно. Каким-то образом нужно запрыгнуть наверх. Да блин. Пока не очень-то получается. Сосредоточились. Еще раз. Вот так вот. Ну, с Шреком-то как-то попривычнее уже играть. Колдунья вообще просто наблюдала за тем, как Шрек избивает рыцарей. Ведьмы, защищайте мою волшебную арку! Проклятие! Так вот откуда берутся эти нехорошие парни. Надо уничтожить эти ворота.
Сейчас мы этим займемся. Быстренько дернем рычаг. Хорошо. Тихо, тихо. Не до вас. Ну, они здесь будут постоянно появляться, так что нафиг надо. Лучше побыстрее разрушить эту арку. Так, аккуратненько. Это переворачивается. Что? Прыжок по платформам оказался каким-то препятствием для меня. Сейчас разберемся. Нужно не торопиться. Сосредоточились и прыгаем. Так. Ой, еле выпрыгнула. Мужик, отойди, а! Я сейчас такое пережила. Прыжки по платформам. Вообще не до тебя. Так, ну что? Нужно сломать арку. Таким образом. Вот так вот. Куда делась злая королева? Улетела на метле. Я пытался остановить ее, но, увы, у меня слишком устали ножки от этих прыжков. Она наверняка предупредит принца Чаминга, что мы возвращаемся. Помогите! Это ведь Пиноккио!